Приветствую вас, уважаемые пчеловоды. Вы на YouTube-канале магазина Улья. Меня зовут Александр. Сегодня я буду звучать за кадром. И в этом видео мы рассмотрим процесс оформления рассрочки для пчеловодов на товары, которые представлены в магазинах Ульи-Ин и Ульи-Шоп. Рассрочку оформляют, как правило, те пчеловоды, которым товар нужен на ближайшее время, а оплатить они смогут его чуть позже. Рассрочку можно оформить как на один товар. Допустим, возьмем улей. Для этого мы переходим, находим нам нужный товар. Переходим в категории, находим нужный товар. Нажимаем «Купить». Дальше «Заказать». Прописываем свое имя и фамилию. Здесь я набрал тесты, ну понятно для чего, да, номер телефона. И для того, чтобы оформить рассрочку, мы оставляем галочку в онлайн рассрочка и нажимаем отправить. Дальше у вас появляется такое окно, в котором вы выбираете варианты ваших платежей. То есть можно разбить на 3 платежа, 6 платежей и 10 платежей. Выбираем варианты платежа и нажимаем кнопку «Оформить». Заполняем здесь фамилию. Для примера Иванов. Опять же таки номер телефона. Не заполнил. Указываем свой идентификационный код для того, чтобы платежная система проверила вашу платежеспособность. Если у вас ID-паспорт, ставим галочку. И здесь указываем серию номер паспорта и нажимаем «Оформить». Теперь рассмотрим вариант, когда нам нужно несколько товаров оформить. Процесс, в принципе, такой же. Единственное отличие – это то, что вам нужно выбрать товары. Допустим, опять-таки выбираем улей. Нажимаем «Купить», допустим, 5 штук. Дальше нажимаем «Продолжить покупки», что-то еще необходимо, ну, допустим, захват для рамок, нажимаем «Купить», «Продолжить покупки». То есть вы собираете себе в корзину товары, которые вам необходимы. Давайте еще что-то подберем, ну, допустим, стамеску. Можно закрыть, можно отсюда перейти в корзину. В вашей корзине собрались несколько товаров, которые вы выбрали. Нажимаем кнопку «Подтвердить заказ». Опять-таки те же самые стандартные поля и галочка «Онлайн рассрочку». Нажимаете «Отправить» и ожидаете звонка менеджера о подтверждении предоставления вам рассрочки. Далее, теперь посмотрим на Ульи-Шопе. Такая же ситуация и на Ульи-Шоп. Выбираем, допустим, автоматическую медогонку. Ну, 8-рамочная, 25 тысяч. Да? Нажимаем «Рассрочка онлайн» и здесь выбираете количество платежей, на которые вы хотите разбить свою рассрочку. Так же самое нажимаем «Купить», «Продолжить покупки», «Товар добавился в корзину», еще что-нибудь вам необходимо, да, там, допустим, «Вощина». Нажимаем «Купить», «Оформить заказ». Два товара на сумму 30 тысяч гривен. Оформить заказ, заполняем поля. Номер телефона. E-mail не обязательно. И вот здесь в способе оплаты выбираю рассрочка онлайн. Вам выпадает... нет, чуть позже. Ну, способ доставки, допустим, самовывоз или новая почта, да. Оформить заказ.
Вам выпадает спасибо за заказ, и потом выпадают варианты вашей рассрочки. После подтверждения менеджера о предоставлении срочки вас наберут и согласуют все документы, которые необходимы. Как видите, процесс оформления рассрочки очень быстрый, ничего сложного нет, так что кому необходима онлайн-рассрочка, быстро и качественно оформляйте с помощью кнопок «Рассрочка онлайн» на наших сайтах «Ulyin» и «Ulyshop». С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорой встречи. Пока!